Привет, это еще раз я. Хочу показать вам наши туши. Вот это 4 туши. Это все мои туши. Хочу вам немножко про них рассказать. Значит, я люблю вот эту тушь. Сейчас Оля Ковлевская мне поможет. Вот эта тушь у нас из серии премиум. Мы сейчас вам покажем, какая кисточка. Значит, вот, видите, кисточка. Вот так вот, мы тут пробуем вам снимать. Кисточка дает очень хороший объем. Да, вы знаете, что тушь у вас где-то должна быть 1,5–2 месяца. После этого вы ее выбрасываете, потому что туда попадает воздух, и всякие бактерии разносятся на глаза. Значит, тушь я эту люблю, она мне дает, ну, прекрасный объем. Смотрите, когда она по скидочкам, приобретайте. Оценила я водостойкую тушь. Вообще мега крутая тушь. Сейчас Оля вам покажет, какая у нее кисточка. Во-первых, она реально не смывается, не растекается, ничего. Вот, смотрите, кисточка такая вот у нее она. Олечка, покрути, пожалуйста. Вот такая вот. Плохо мне ее снять вам. Это тушь новая, поэтому тушь, она намотана ее много на кисти. Она такая изогнутая, глаза прекрасно прокрашивает, в море не смывается, не растекается, отлично снимается нашим двухфазным средством. Вообще крутая тушь, ваш суперская, я просто, я всем ее рекомендую. Я ее очень понравилась. Могу сразу сказать, сразу она мне как-то так, я ее не поняла, но потом стала пользоваться, тушь просто мега крутая. Значит, вот эта тушь, она идет у нас объемная. Я могу сказать, что я с ней делаю. Для меня она немножечко такая густая. Сейчас Олечка покажет нам. Вот, кисточку. Как-то вот, девчонки, так тяжело вам ее показать. Вот, кисточка суперская, веерная технология. Она очень хорошо расчесывает. Но для меня она немножко густоватая. Поэтому я ей прокрашиваю брови. Вот, поэтому если вы взяли коричневую тушь Faberlic, она черно-коричневая, и вдруг что-то вам не то, можете прокрашивать брови. Брови супер. Но, что самая тушь крутая вообще сегодня... Я ее оценила. Это Cat Look, кошачий глаз. Сейчас Оля вам покажет кисть. Кисть бомба просто. Вот смотрите, она кисточка сама силиконовая. А вот здесь наконечник такой, он с ворсинками. И получается, ворсинками вы можете хорошо прокрашивать, удлинять. Сейчас вот как-то поймаем. Вот так вот, да. Значит, силикончик прекрасно расчесывает ресницы до бровей. Ну, просто крутые. Поэтому вы не думайте, что наши туши там стоят 3-4 белорусских рубля. Берите, меняйте. Хоть каждый месяц. Вот, туши отличные просто. Так, все, сейчас мы вам их еще раз покажем. Значит, очень мне понравилось. На море все берите водостойкую тушь. На каждый день кошачий взгляд. А если у вас роковое свидание, то бордовая, вот эта вот золотисто-бордовая тушь, вообще мега круто.